Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить God of War на уровне сложности Бог войны. Ну что ж, мы сейчас находимся в другом мире уже, да, который называется Альфхейм. И нам здесь нужно найти некий свет, который поможет нам подняться на гору, да, где нам нужно развеять прах матери Атрея и бывшей жены Кратоса. Но перед началом, мне тут в комментариях написали про то, что, в общем, талисманы вообще можно менять как раз-таки тогда, когда талисман зарядится просто. Я понял, да. Вот, хорошо. У нас получается применение сразу после ранения, чтобы быстрее собраться силами, увеличивает время парирования и повышает защиту при блоках. Ага, хорошо. А вот это что такое? Сокрушительная атака, наносящая урон от оглушения и отбрасывающая соседних врагов. Ускорение восстановления талисмана при успешных блоках и парировании. Ясно. Ну ладно, погнали. У того талисмана просто плюсов больше, поэтому именно его я и поставил. В прошлой серии мы тут столкнулись, конечно, с очень гадкими противниками, которые попили мне крови. Конечно, очень красивое место. Смотри, это что такое? Что-то сказал? Нет. А, ладно. Погоди, у нас вот здесь, я так понимаю, что-то типа тайнописи, да, будет? Символ угрозы, ага. Погоди-ка, а что это за символ угрозы? Броня. Давай сюда. Перейти к гнездам. Так, это не то. Повышает, кстати, удачу. Символ истины. Чары, повышающие силу и силу рун на 3. Но это все хуже. И символ угрозы. Живучесть на 2. Нет, нам это не надо. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Ну да. Ух ты, нифига, видали? Прикольно. Да, конечно, очень креативно подошли ребята к созданию этой игры. Опа-на. Это Синдри? А что он здесь делает? Смотрите. Красота, да? Ха-ха-ха. Класс. Привет. Что вас привело, друзья? Как он здесь оказался? Вот что интересно. А, смотри, нагрудная броня новая появилась. А, хуже. И хуже, да? В таком случае, наверное, ни то, ни другое я не буду у него покупать. Хотя, может быть, если улучшить, возможно, даже и лучше будет. Ладно, но не буду рисковать. Подожди, броня для рук. Это все прям сильно хуже. Броня для бедер. Сильно хуже. Рукоять для топора. Угу. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании врага в воздух. Это интересная, кстати, штука. Потом высокий шанс получить дар силы после подбрасывания врага в воздух. Хорошо. Низкий шанс получить прилив ярости при успешном точном броске. Высокий шанс получить дар силы при успешном точном броске. И тут у нас высокий шанс получить благословение силы рун при успешном ударе палача. Ясно. Талисман. Какой-то талисман вечной ярости. Получение прилива ярости. Постоянный эффект. Увеличение количества ярости, получаемой в бою, а также длительности спартанской ярости. Хороший талисман, кстати, но я пока не буду его покупать. Вызов ударной волны, наносящий умеренный урон от оглушения соседним врагам. Пассивный эффект. Восстановление здоровья при захвате оглушенного врага. Ясно. Получается, смотри, улучшить, я так понимаю, мы ничего не сможем. Камни воскрешения. Давайте купим. Пригодится. Назад. Продать. Нагрудная броня. Чародейскую броню давайте продадим, потому что она нам нафиг не нужна. Ладно, все, пошли. Здесь делать больше нечего. С ним поговорить нельзя. Смотрите, вот там у нас есть какой-то сундук, точно. Но мы не можем здесь пройти, потому что вода мешает. В таком случае идем сюда. Смотри, там на берегу лодка. Ага, вижу. Ух ты, как быстро они восстанавливаются. Погоди. Погоди, там как-то можно было отмечать несколько целей. Я прокачивал этот навык или нет? А, смотри, вот это вот дело все, смотрите. И
Серия с точным броском теперь сопровождается мощным взрывом. Погоди. Прицельтесь и удерживайте R1, чтобы выбрать три цели на теле одного противника или трех разных врагов. Давайте это прокачаем, посмотрим. И что-то еще здесь можно прокачать. Время бега, чтобы провести мощную атаку в прыжке. Давайте. Смотрим. Вот отметил раз. Два. И три. Подожди, как это делается? Не понимаю. Да нифига, ребята, это не работает. Нужно именно это с врагами должно работать. Погоди-ка, а если мы фиганем как-нибудь вот так? Смотрите, интересно сделаем. Все, ясно. Хитро, хитро. Придумано. Но погоди, здесь точно ничего нет? Смотрим по сторонам. Вроде бы нет. В таком случае отправляемся в плавание. А есть куда? А, да, туда, вот прямо. Давай-ка, лодку. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Странно, что-то пацану кажется, да? По всей видимости. Погоди, знаешь, что я хотел? Я хотел проверить, я там... говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. Потому они здесь заперты. Я сюда могу залезть? Сейчас быстренько проверю. Нет, ребята, не могу. Показалось, значит, мне. Отправляемся дальше. Давайте посмотрим. Да, я смотрю, здесь лока тоже так-то не маленькая, да? Еще можно куда-то вот сюда вот залезть. Ладно, поплыли пока. Вот у нас есть что-то здесь. Это что такое? Напиток из росы мирового древа, обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение восстановления на 2. И что с ним делать, с этим эпическим предметом? Пускай будет в инвентаре в таком случае. Погоди-ка, мы можем отправиться сейчас налево. Да, и там что-то будет. А можем плыть дальше туда, куда нам нужно. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они злые. Очень странно, что с ним происходит. Подожди, нам походу дело сюда и нужно. Поэтому давай-ка назад. И поедем в другую сторону. Куда-нибудь вот сюда. Вот да, вот сейчас я еду не по сюжету, по идее. Может, чего найду? Ух ты, смотрите. Это тоже можно сбить, хорошо, будем иметь в виду. Там мы были, да, оттуда мы пришли. Ну, мы здесь везде были. Только вот давай сейчас что сделаем? На берег, да? И попробуем сбить вот ту фигню. Где-то она там была. Вот только я не видел, не вижу где. А она не долетает. Видимо, это нужно делать с другой стороны. Ну-ка, подожди-ка, давай сюда. И вот сюда. Где-то вот... Вот там, погоди. Опять же, вот отсюда не видно. Блин, да что ж за дела-то такие, а? Сегодня творятся. Нет. Вот. Хорошо. И сейчас нам нужно, получается, лодочкой в это дело врезаться.
это там внизу? Золото, да, очередное? Золото и гира, да, пригодится. Это редкая штука. Теперь поплыли опять в пещеру. Смотрите, еще эльфы. Смотри, может поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Отсюда я могу? Нет, не могу, ребята. Причалить не могу. В таком случае продолжаем наше движение, не останавливаемся. Очень красивое место, конечно. Ух ты! Круто! Погляди, наверное, это и есть храм. Озеро света. Класс. Погоди-ка, и смотрим, что у нас тут имеется. Нужно, наверное, здесь поплавать где-нибудь. Вот сюда я точно могу причалить, ребята. Мне так кажется. Посмотрим, что здесь есть интересного, а потом уже двинем дальше по сюжету. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота — это кровь его врага. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. 11 глаз Одина мы уничтожили. Опа-на, у нас новые противники. Это типа, короче, как эти. Скажите, я вам скажу, это типа как кошмары. Только немножко видоизмененные. Это что такое? А, понял, короче, для этого нужен лук, чтобы взаимодействовать. Ну-ка, что это такое? А, зловещий кошмар. Эти кошмары могут нас немного ослепить. А я-то думал, что хуже уже не бывает. Всегда будет что хуже, друг мой. Погоди-ка, нет. Ну и здесь, я так понимаю, больше ничего. Нам нужен лук со специальными стрелами. Для того, чтобы с этой херней взаимодействовать. Мы нашли рубленого серебра. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Не с пустыми руками уйдем. Но это ведь не все. У нас еще с той стороны что-то есть. Смотрите, это кто? Это Драуг. Понял? Черт, сука! Ну-ка, давай затестим эту херню. Неплохо, очень даже. Готов. Лети за ними. Ёптыть, сука. Поднимай меня. Встаем. Ух, там их двое. Стреляй. Так, ждем, пока он восполнит. Тихо, аккуратно. Черт, сука, да серьезно. Давай. Давай, малой. Красавчик. Стреляй, стреляй, стреляй. Пока нет. Я готов. Один готов, все. Остался последний. Берегись, отец!
Тихо, тихо. Сука. Ну уже давай, иди сюда, ну выходи. За что ж с тобой не так-то, а? Готов, жду приказа. Где еще? Ну уже, появись. Да блин. Не уходи. Лучше не уходи. Все, красота. Как же они меня бесят. Слушай, а что талисман не работает? Одну секундочку. Что он там делает? Он автоматом все добавляет, что ли? Применение сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами. Увеличить время парирования. А, все, понял. Для применения нажмите L1. Все ясно. Волшебный замок. Опять же, нам что-то нужно для того, чтобы его открыть. Но будем знать, что он здесь. Ну-ка, а теперь у нас что? Хорошо, нужно занять правильную позицию. Я тебя понял. Есть? Погнали. Так, смотрим. То есть нужно рассчитать траекторию, верно? Нет, нужно вот именно, чтобы три, понимаете, было. По-другому никак. Ну-ка, как это сделать? Давай вот так как-нибудь. Есть, получилось, получилось, получилось. Рубленное серебро. Опять же, кусок чешуи мирового змея. Замечательно. И вот у нас еще один сундук. С каким-то ништяком. Саркофаг, точнее. Это у нас безумие ледяного великана. Сильная руническая атака. Три мощных удара, подбрасывающих врагов в воздух. Посмотрите в меню. Ну-ка. Ну, это прикольно, но мне кажется, моя атака покруче. Вот это вот. Она, конечно, очень долго заряжается, но зато урон там колоссальный. Вот еще вот эту штуку можно сбить. Да ёпты, серьезно? Заберем сейчас, да? И, в принципе, я думаю, все здесь, да? Подожди-ка, нет, не все. Что это такое? Боевые трофеи, 1 из 6. В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было потеряно множество бесценных реликвий. Надо их поискать и предложить Броку. Наверняка он даст за них много рубленого серебра. Ага, хорошо. Ну, здесь мы вроде как закончили, да, пока что. Потом еще, конечно же, мы с вами вернемся. Золото еще получили, да. Давай-ка посмотрим. С этой стороны больше ничего, я так понимаю, нет. Здесь такая стенка вот по краю идет. Ну и тут, наверное, еще можно куда-то причалить. Давайте проверим одну что секунду. Значит, я смотрю глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Погоди-ка, здесь мы опять же никак, наверное, не поднимемся, да? Давайте посмотрим. Ну да, по всей видимости, пока никак. По крайней мере, я не вижу, как это можно сделать. Ну давай еще вот здесь проплывем, может быть с той стороны удастся это провернуть. Хотя, конечно, я в этом не очень уверен, но может быть. Смотри, что-то все-таки есть. Да, что-то все-таки есть.
Святилище светлых эльфов. Ага. Вот оно даже как, да? Ну, давайте. Давай! Неплохо. Тихо, давай, давай, давай. Красиво ж было, да? Так, я пока что, давайте спарируем. Давай. Получи, сука. Это круто. Давай еще разочек, ну. Вот было хорошо прям. Блин, черт. Я иду к тебе. А, давай, 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 давай. Пацан, молодец, ты спас просто. Следующий. Какие драугры? Может, не надо, нет? Ну так это ж хорошо, давай лучше отойдем сначала. Да сука, ты достал меня уже. Сучара. Ну, выходи. Все, готов. Вижу, сейчас будем учиться парировать. Давай, погнали. Получай в обраточку, а? Неплохо же, не поднимайся лучше, а? Не, ну это крутая штука, парирование такое очень полезное. Теперь здесь нужно опять же все как-то рассчитать, да, грамотно и... А-а-а, как же тяжело, подожди. Как-то же это можно провернуть? Прости, давай вот плюс. Сюда. Нет, не получается. Нужно как-то вот правильно все это сделать, понимаете? Нет, погоди, как-то же это можно. Интересные, на самом деле, такие головоломки. Погоди, это, наверное, сверху нужно делать, да? Я понял, это нужно делать сверху. Только как подняться туда, это интересно. Угу, теперь мы можем пройти. Но опять же, подожди, а как же подняться наверх? Тут это растение. Я не могу Атрея подкинуть для того, чтобы он туда забрался. Да, это интересно. Надо подумать. Короче, ребята, хрен знает. Я долго пытался, но у меня ничего не вышло. Но там вот я заметил еще вот такую же херню. И там она не одна. Видимо, с этой стороны мы потом выйдем, ребята. И сможем все это дело разрубить. Поэтому не вижу смысла времени тратить здесь пока что. Погнали вперед. Где? Опять вы достали уже, а? Где? Так, ну, по крайней мере, не второго уровня. Я давай. Ну, я понял, что ты готов, только я не понимаю, откуда они... Вот. Есть. С одним разобрались. Где еще? Почти готов. Давай назад, назад. Ах ты ж тварь. Назад, 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 где? Почти готов.
Говна кусок. Все, есть, есть, победа за мной. Вернемся на исходную позицию. И посмотрим, что у нас здесь есть. Это открыть ворота. Угу, хорошо, я тебя понял. Здесь ничего. И... Блин, где ты... А, все, вижу, 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 да. Как это сделать? Я не знаю, ребят, понятия не имею. Ладно, тоже пока оставим. На потом. Посмотрим, что у нас с той стороны. Угу. Очередной сундук. И чё? Что-то новенькое, ребята, что-то новенькое. Погоди-ка. Отсюда я выйти не могу. Нет. Погоди-ка, стоп, нужно типа разгадать. А, посмотри. Ага, понял. Это интересно. Все. Яблоко, надеюсь? Да, наконец-таки. Здоровье повысилось. Осталось еще три яблока найти и все. И разобраться еще, конечно, бы здесь со всем этим дерьмом, которое нужно разрубить, с этими корнями. Что с ними делать? Фиг его знает, ребята. А, подожди-ка, вот. Погоди, я, кажется, понял. И чё? Короче, ребята, я очень долго здесь просидел, я не знаю, что делать. По-всякому пытался, у меня не получается. Видимо, сюда все-таки нужно вернуться будет чуть позже. Ладно, в таком случае нам ничего не остается, да, кроме как плыть вот сюда, дальше по сюжету. Давайте этим и займемся. Красотища, конечно. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью. И выжила только она. Да, она шла по пути воина. Но ее целью было выживание в суровом мире. Пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Ну, идем. Осторожней. Что они делают? Исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Я рядом. Понял. Низко. Да сука! Упали! Один готов. Готов? Следи за ними! Назад! Черт! Малой, помогай! А ну-ка, хватит бафаться, сукины дети! Да чтоб тебя, блин! Есть! Башка нахер! Следующий! Черт, 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 малой, поднимай! А, у меня закончился кристалл уже, да? Ну, охренительно просто. А я, между прочим, неплохо шел.
Один готов. Постой пока там. Да ты чё, охренел, сука? Следующий. Последний. Нет, еще не последний, еще двое. Да что ж такое? Не вставай лучше, а? А я так смотрю, когда бьешь их сзади, то есть они быстрее останутся, у них быстрее заполняется вот эта вот вторая полоска. Ух ты, это круто, новое добивание. Постой. Следующий. Сзади вижу, понял? Тихо-тихо, аккуратненько. Да я заметил так-то, сунуля, давай. На тебе, сука! Готов. Все, да, конечно, с ними сражаться без гнева, без ярости Спарты довольно сложно будет. Надеюсь, они встретятся нам еще не скоро. Так, давай-ка, что мы сделаем сейчас? Это что такое? Ага, и... Вроде что-то получилось. Теперь с той стороны давай покрутим. Че, серьезно? Да достали вы, а? Постой. Лежать, правильно, пацан, давай. Давай! Говнарь! Черт, нет. Да чё такое, блин, я его не заметил. Да это капец тяжко, блин. Очень сложные противники. Мне еще говорят, не исследуй раньше времени. Ребят, если бы я не исследовал бы раньше времени, я бы тут вообще бы охреневал бы, вы понимаете? Этот уровень сложности значительно отличается от предпоследнего. Значительно. Почитайте о изменениях, если вам интересно, где-нибудь в интернете. Там разница не просто то, что у них здоровье больше, а то, что они дамаг наносят. Например, той самой контратаки, которую они могут наносить во время того, как ты их избиваешь, на уровне сложности ниже нет. Вы понимаете, что сложность гораздо выше здесь. Здесь нужно качаться именно, и нужно именно ходить и искать материалы, и нужно ходить и искать эквип. Вот те, кто пишет, что не надо раньше времени исследовать. Плюс ко всему, бонусы от эквипа здесь на этом уровне сложности гораздо ниже. Настолько много здесь изменений, что даже его нельзя сменить во время игры. Давай еще, готово. Ой-ой. Давай. Готов. This is Sparta! Сбивай его, сбивай! Сука! Хана тебе! Да ёпт, застрял у меня Кратос немножко. Все, удар Спарты всегда спасает. Потому что мы чужаки.
Темные эльфы любят нападать группой. Когда папа парирует или наносит сильный удар, они обычно нарушают строй. О, это хороший совет. Угу. Если сложить вот так, похоже на руну. Но это бессмыслица. Идем обратно к лодке. Обратно к лодке? Найти вход в храм. Погоди, постой, Кратос. А спускаться не? Что? Типа рано? Не понял, что это было? А, это у меня руна восполнилась. Это у меня удар восполнился, да? Но сюда лучше не прыгать, хорошо. Ну, поплыли. Ничего ж там больше не изменилось? Ну, там по краям, справа и слева, вряд ли, да? Вот смотри. Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Не... Отец! Столбы и кольцо складываются в руну эльфов. И что это за руна? Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого, что мы нашли? Что-то необычное. Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Жена, наверное, гулящая. Так. Это не к добру. Это не к добру. Постой пока. Берегись, отец! Назад. Куда ты там собрался бафаться, сукин ты сын? Аккуратно. Постой там пока. Куда ты там собрался? Суки, чё ж вы бафаетесь-то, а? Перестаньте. Хорошо, так, ладно. Давайте. Тихо. Назад. Топор верните, сукины дети. Малой, давай. Стреляй. Сзади, ёптать. Сука, откуда же вы лезете-то? О, чёрт. Их все больше и больше, ёптать. Окей, еще раз. Ну чё, погнали еще разочек. Да ёб, блин. Отходим, я сейчас должно попустить. Да не достал слегка. Есть.
Прекрати! Я готов! Давай! Один готов! Да, суки, достали бафаться их все больше и больше. Сука, тараканы хреновые. Готов. Следующее. Аккуратно. Пока они что-то на него отвлекаются, я этим воспользуюсь. Сначала те, которые послабее. Тихо, давай, 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 воспользуемся. Я готов. Сука, и тот забафался последний. Да упади же ты, блин! Теперь ты. Готов? Назад. Пацан, сбей его. Готов. Все, разобрались. Нормально. Уже начинаю понимать, как против них действовать. Бестиарий обновлен. Смотрим. Если темного эльфа ослабить или заморозить, он не сможет восстанавливать силы в полете. Ага, вот оно как хорошо. Тоже полезный совет. Но там, смотрите, что было. Там был какой-то сундук, я видел, да, очередной. Либо с яблоком, либо с рогом. Впереди где-то меня ждал он. Там нужно найти тоже, наверное, три руны или что-то другое сделать. О, понятно, я тебя понял. Так, а еще... Охренеть, там еще и драук тяжелый. Ну, что будем делать? Я знаю, что мы будем делать. Давай сюда, говнарь. Не поднимайся. Один готов. Лети за ним. Огонь. Следующий. Молодец, пацан, сбил его. Прости, я не готов. Тихо. Пошел нахер. Так. Я справлюсь. Тихонечко назад. Пацан, отвлекай. Я сейчас тяжелым ударом ему засажу. Ой-ой-ой-ой. Пацан, отвлекай. Давай, 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 давай. Нет! Тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Я успел. Все. Черт, нифига себе было разнапряженно, ребята. Спокойно, спокойно. Так, дыши, ты самое главное, дыши. Немножко не привык, что вот такая вот атака с разгону, это вот такой удар. Я привык, что я подбегал, получается, зажимал эту кнопку, да, и наносил тяжелый удар. Сейчас изменилось все это дело. Опять же, это мы не откроем, нужно сначала найти руны. Где их искать, честно говоря, я понятия не имею. Блин, а вон, смотрите, есть одна, да, вижу. Погнали наверх. Опа, а можно наверх, нет?
Это интересно, погоди. Да ёб твою за ногу. Хорошо, давайте спускаться. Ого. Разбиваем ту херню. Нетро. Очень нетро. Печать одну уничтожил, вон вторая печать, а третью как уничтожить? Хотелось бы знать. Погоди, нужно еще восполнить хпшечку. Ага. Как-то нужно вот туда бросить, как-то интересно. Да, все. Кто молодец? Я молодец. Очередное яблоко. Осталось, по идее, еще два. Правильно? Погоди-ка, стоп. Артефактов найдено. Сундуки Норн. Просьба выполнена. Артефактов найдено. Магические лавки. Тут же не написано, да? Тут, наверное, не написано, сколько всего яблок. Но было вроде как написано в самом начале игры, что их 9. По-моему, их 9. И вот как мне вот туда подняться? Я могу это сделать как-то? Ну-ка, смотри. Приведет нас к храму? Посмотрим. А, вот как, подожди-ка, нет, давай-ка лучше, наверное, поднимем. И что я хочу сделать? Я хочу сделать следующее. С той стороны зайди и посмотри, что у нас там имеется. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Тут что-то есть. Так, это аптечка, да, ясно. Рычаг не работает. Тут у нас драуг. Даже парочка. Сначала нужно что-то сделать с рычагом. И здесь тоже. Ладно, что я предлагаю. Давайте разворачиваться и валить туда тогда. Потому что, ну, больше, ну, нам здесь делать нечего. Запомнили, что справа есть сундук. Не, круто, конечно, да, что они много-много всего оставляют для дальнейшего изучения, да, что типа сразу все это собрать не сможешь. Сначала нужно получить какие-то, ну, способности там или предмет какой-то интересный, а потом ты можешь это все дело забрать. Люблю, когда в игре очень много секретов. Погоди-ка. Стоп, кажись, я понял. Ага, вот так вот, да? Класс. Получается у нас обычный предмет, броня для рук. Давайте посмотрим. Ну, это хуже, чем то, что у меня. Рунистые запястья. А выглядят, кстати, они очень даже неплохо, как мне кажется. Все, пошли. Не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Погоди, а здесь у нас что? Что у нас с этой стороны? Вроде все уничтожил, да? Но здесь ничего не изменилось. Ладно, подвигали дальше. Вот есть у нас ваза, давайте их разобьем. И ничего здесь нет, к сожалению. Пошли наверх. Опа-на, сука! Вот это вы зря. Ох, папка зол.
Пидорасы, зря вы это сделали. Нахер пошел. Надо было назвать не ярость парты, а, короче, а папкин гнев. Эту функцию. Нахер пошли. Дают развлечься. Это все? Держись, мальчик! Сражайся! Давай! Кратос, ёб твою за ногу, ну поднапрягся! Ох, это вы зря, сукины дети. Вот черт, ну я ж задел его. Ну это же нечестно. Готов один. Следующий. Давай, отходим, отходим, отходим. Где там эта тварь? Вижу. Все? Разобрались. Спасибо. Так, ребят, я думаю, ну что ж, давайте на сегодня хватит. А сейчас прочитаю. Эти существа сильнее обычных темных эльфов. Они носят тяжелое оружие, размахивают им с такой силой, что вызывают ударную волну. От их атак очень трудно уклониться. А на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал, на Google Plus и Twitter. Там вся информация и новости канала. Подписывайтесь также на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы их пропустили. Ну а на сегодня все. Давайте, ребята, всем пока.